Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Да! Поликлиника. За пандечку. Зой, ложечку. За крошечка. Здравствуйте, малыши. Здравствуй, Нюшенька. Я сегодня доктор, буду вас лечить. Идемте со мной в мою поликлинику. Мы заболели? Я точно нет. Ой, а у меня живот болит? Не, урчит. Пойдем лучше сок пить. Да, лечение, скорее. Нюшенька, а ты не пойдешь? У меня тут дела. Так, а где мой Мишка? А мой грузовик? Лошадка с Зеленокой пропали. И Нюшенька пропала. Может, она в поликлинике? Надо бы поискать нашего доктора. Нюшенька, что с тобой? Ты заболела? Игрушки заболели. У Зеленоки зубы, у лошадки хвостик, у грузовика колесо отваливается, а у Мишки живот. Я хотела всех вылечить, но в настоящей поликлинике много врачей, а в моей я одна. Мы тебе поможем. Да. А мне понравилось играть в доктора. И мне, и нам. Даже жалко, что мы всех вылечили. Ой, живот. Опять хочет кушать? Хочет, чтобы его осмотрели. Так, 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 сейчас послушаем. Молодец, Нюшенька. И игрушкам помогла, и друзьям объяснила, что к докторам ходить нужно. И совсем не страшно. Хороший доктор. Игрушка, перекус и медицинская карта. Куда же ты собрался? В поликлинику! У тебя есть тело, у меня есть тело. И следить за телом – это наше дело. Каждый день о нем заботиться, чтобы телу нашему не портиться. Ну а если тело заболело, добрый доктор примется за дело. Он поможет, он помажет, он повяжет и подскажет, если к доктору пришел. Значит, будет хорошо. Меня доктор похвалил, я дала осмотреть свою лапу. Умница, пандочка. Мяу, а я уши, зубы и хвостик, а я животик. Молодцы, ребята. Меня доктор тоже похвалил. Я не дышал, а потом дышал и снова не дышал. Барашек, ты герой. Хороший доктор, Нюшенька. Он в халате белом, занят важным делом, чтобы наше тело плакать не хотело. Чтобы оно такое бегало и болезней всяческих не ведало. Доктор скажет, доктор смажет и погладить с
сможет даже. Если доктор к нам пришел, значит, будет хорошо. Два рыцаря. Раз, два, раз. Здравствуйте, малыши. Привет. Здравствуйте. Собираетесь бежать на перегонки? Ага, в башне сокровище дракона. А мы рыцари. Кто первый прибежит, тот и получит все богатство. Тогда на старт. Внимание! Марш! Ой! Ёжик, ты как? В порядке. Просто камушек высокий. А ты попробуй, как я. Присядь и толчок. Присесть и толчок. Ой, 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 ой. Присядь и толчок. Получилось. Молодец, ёжик. Но я все равно первым прибегу. Тяжело? Чуть-чуть. Ты не торопись. Держись двумя руками. Ножками упирайся и левый, правый, левый, правый, левый, правый, левый, правый. Ура! Поднялись! Вы почти у цели, малыши. Вперед! Оп, 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 оп. Крошек, ты чего? Запыхался. А попробуй, как я. Носом вдох, ртом выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Ура! Поздравляю с победой, крошек! Спасибо! Без тебя я бы не справился. Ты мне очень помог. А ты мне как настоящий рыцарь. Ёжик, а давай еще раз на перегонки. Ах, замечательная штука, спорт. Делает благородных рыцарей сильнее, а настоящую дружбу крепче. Спорт. Ничего себе, вот это команда. Команда спортсменов. Мы в трусах по полю бегаем с мячом и на льду слегка толкаемся плечом. Мы плывем, стреляем, прыгаем, летим и быть первыми отчаянно хотим. Мы на льду как будто бабочки кружим или делаем железной штангой жим. Или просто друг за дружкой убежим, будто в нас раскрылось тысяча пружин. А я футболистом. В таком случае, спортсмены, нужно много тренироваться, правильно питаться, не бояться проигрывать и немножко подрасти. Готовы? Да! Начинаем тренировку. Кто ловчее? Я! Кто точнее? Я! Кто быстрее? Я! Кто сильнее? Я! Кто спортивней, тот прочнее и, конечно, веселей. Постарайся, не сдавайся, напрягайся, не ленись. И победы добивайся, и проигрывать учись. И победы добивайся, и проигрывать учись. Гонщик. Здравствуйте, малыши. Привет! Здравствуйте! Догоню! Не догонишь! Ой, фу! Песок прямо в глаза! Да, неплохо бы найти для глаз защиту.
Думаешь, они тебе подойдут? Ёжик, твои очки плохие! Я в них ничего не вижу! Почему? Хорошие! А я без них ничего не вижу! Крошик, у ёжика специальные очки! Без них он видит не очень хорошо, а в них замечательно! Значит, мне нужны другие! Нюшенька, а твои очки какие? Солнцезащитные! Здорово! Можно мне? Ой, слишком темные. Я в такой темноте ездить не могу. На. А для пляжа в самый раз. Но я же хочу быть гонщиком. О! Крошик, ну ты где? Давай на перегонки. Я не могу. У меня нет. А это у тебя что? Очки летчицкие. А ездить в них можно? Не знаю, попробуй. То, что надо. И видно хорошо, и от песка защищают. А как же ты? А у меня еще есть. Спасибо, пандочка. Теперь не догонишь. Хорошее изобретение — очки. Такие разные и очень полезные. Очки. Ёжик, что у тебя в коробочке? Очки, я в них лучше вижу. Как у нашего родного человечка разместились на носу два колечка. Два колечка, два крючочка подпирает наша щечка. Два колечка, два крючочка и два стеклышка, чтоб светило ярче солнышко. Чтобы все на свете, лучше разглядеть. Да, надо на нос поскорей очки надеть. Мои очки помогают лучше видеть. Я вижу хорошо, но тоже ношу очки. Они защищают мои глаза от солнца. Какие разные очки у наших малышей. А вот ухаживать за ними нужно одинаково. Знаете как? Очень бережно протирать мягкой тряпочкой и не разбрасывать, прятать в специальную коробочку, футляр называется. Чтобы все на свете лучше разглядеть, надо на нос поскорей очки надеть. Да, надо на нос поскорей очки надеть. Вот так. Овечки. Здравствуй, барашек. Здравствуйте. Затеял большое строительство? Ого, строю дом для овечек. Им спать негде. Ну, барашек, не торопись. Большое строительство требует терпения. Ого, какие большие! Ёжик, а можно с тобой попускать? Конечно, побежали! Барашек, а как же твоя стройка? Потом, потом! Бим-бим! Ого, какая блестящая! Ага, вот, хочешь порулить? Барашек, а овечки? Потом, потом!
Ой, кто-то овечек бросил. Я сейчас, крошек, я быстро. Барашек, пойдем пузыри пускать. Биби, а хотите покататься? Привет, овечки. Ой, ну ладно, не сердитесь. Ой, а что это грохнуло? Это мой домик для овечек. Нужно было сначала его закончить, а потом играть. Не расстраивайся, барашек. Я уверен, ты сможешь построить замечательный домик. Главное, наберись терпения. А мы тебе поможем построить домик. А потом поиграем все вместе. Правильно говорят, терпение и труд все перетрут. А уж как весело играть, когда сделаешь все дела. Терпение. Очень хочется чего-то. Очень хочется чего-то. Это здорово чего-нибудь хотеть. Но бывает, чтоб случилось это самое чего-то. Надо нам, друзья, немного потерпеть. Терпят папы, терпят мамы, мыши и гиппопотамы. Всем приходится порою потерпеть. А чтоб легче нам терпелось, чтобы плакать не хотелось, надо песенку волшебную пропеть. А я терплю, 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 я терпение коплю. Я терпением, как пилою, время все перепилю. Я терплю, 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 да я это не люблю. Но терпением, как пилою, время все перепилю. Малыши, вы знаете, зачем нужно терпение? Чтобы дождаться, когда дождь закончится, и идти гулять. А мне, чтобы в прятки выигрывать, я могу прятаться долго-долго. А мне просто нужно больше терпения. А я терплю, 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 я терпение коплю. Я терпением, как пилою, время все перепилю. Я терплю, 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 да, я это не люблю. Но я терпением, как пилою, время все перепилю. Я терплю, я терплю, терплю, терплю. Радуга. Здравствуй, Нюшенька. Здравствуйте! А вы пандочку видели? Кажется, она там. О! Пандочка! Что случилось? Я настроение потеряла. Где-то тут. Потеряла настроение? Расскажи-ка, как это произошло? Сначала все было хорошо. Я из карандашей сделала радугу и стала прыгать и хлопать. То есть ты радовалась? Радость желтая, как солнышко. Да, а потом что-то вдруг бах! И я ой-ой-ой-ой, испугалась. А страх фиолетовый. Да, я увидела, что радуга сломалась. И карандаши тоже. И немножко поплакала. Я бы тоже загрустил. Интересно, какого цвета грусть? Голубая. Погрустила и пошла искать то, из-за чего сломалась моя радуга. Вот эта штука! Я так на нее рассердилась! О! Так, и что дальше? Ничего, настроения больше нет. Пандочка, а ты знаешь, что это? Что? Подержи!
удивительное дело. Что радугу сломало, то ее и починило. Точно! Вот здорово! Радость, испуг, грусть, сердитость, гнев. Гнев, удивление и снова радость. Сколько разных настроений, целая радуга. И все важные и нужные. Настроение. Пандочка, какое у тебя сейчас настроение? Кажется, задумчивое. Что скажи с тобой, дружочек, то ты весело хохочешь, то ты ножкою топочешь, то чуть-чуть грустишь. То боишься привидения, то замрешь от удивления. Что сейчас за настроение у тебя, малыш? Настроение, настроение, то как ветра дуновенье, то как жаворонка пенье, то как дождик за окном. И все эти настроения ты представь на удивление, помещаются, мой милый, без труда в тебе одном. Настроение, настроение, то как бурное течение, то как в блюдечке варенье, то как молния и гром. И все эти настроения ты представь на удивление, помещаются, мой милый, без труда в тебе одном. Раз, два, три. Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуйте! Ой, Нюшенька, смотри. Ого, а что это? Это ключ от заводной игрушки. Какой? Наверное, этой. Ёжик, сюда. Так. Ты замечательно танцуешь, Нюшенька. Я хочу танцевать, как они, парами. Давай танцевать вместе. Я с тобой. А у меня нет пары. Мы с тобой потом потанцуем. Пока попробуй. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, ой, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ха-ха! Ой, ой! Ух так! Ура! Играем в наступалочки! Ха-ха! Ой! Ничего у нас не получается! Ничегошеньки! Зато весело! Раз, два, три... Не получается танцевать с Зеленукой, да, ёжик? Не-а. Пойду поищу кого-нибудь еще. Это же танцующий робот! Вот кто мне нужен! Ёжик, у вас отлично получается. У меня хороший учитель. Не получилось. Не будет танцев. Кто это? Учитель танцев. Но он не умеет танцевать, как они. Давайте попробуем, как он. Давайте. Ничего, что танец простой. Главное, что все танцуют вместе. Да! Танец. Кто-то собрался потанцевать? Все!
Мы танцуем дома, танцуем на работе. Девочки и мальчики, дяденьки и тети. Прыгаем и пляшем во всей красе и руками машем. Танцуем все! Топ-топ, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, топ-топ. Ну давай-ка покружись, всем на свете покажись. Мы зимой танцуем, мы танцуем летом, осенью, весною делаем мы это. А еще приятно на речной косе прыгать с голой пяткой, танцуют все! Топ-топ, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, топ-топ. И давай-ка покружись, всем на свете покажись. Хлоп! Мы танцуем дома, танцуем на работе, даже в огороде танцевали вроде. И в лесу на зависть волку и лисе танцевать пытались, танцуют все! Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, топ-топ, топ-топ, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, топ-топ. Ну-ка, братец, покружись, всем на свете покажись. Ну-ка, братец, покружись, всем на свете покажись. А мы танцуем, мы танцуем, танцуем все! Карапука. Оп! И оп! Ой, это неправильно! Надо вот так! Оп, 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 оп! А я хочу вот так! Эй! Здравствуйте, малыши! Во что это вы играете? Здравствуйте! В классике! А барашек играет неправильно! Может, барашек просто не знает правил игры? Не знаю и не хочу. Буду сам играть по-своему. Оп! Оп! И оп! Не скучновато играть одному, барашек? Нюшенька не хочет играть, как я. Вот бы кто-нибудь попробовал с ней договориться. Кто? Оп, 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 оп. Ты кто? Карапука. Карапука? Привет, Карапука. Во что это ты играешь? Кара-пара-пух. А можно с тобой? Кара. Ой, у меня не получается. Кара-кара-пух. Поняла. Кара-кара-кара. Ой! Карапуки едят печенье? Да! Барашек! Это ты! Пуха-пуха! Оп! Научишь меня в классике? Смотри, кара-пара! Кара-пара, карапуха, прыг! А потом в догонялки поиграем. Договорились? Договорились! Так просто договориться, если слушать друг друга. Спасибо, карапука! Учимся договариваться. Кто-то хочет поиграть, кто-то хочет почитать, кто-то так, друзья, бывает, хочет сам, чего не знает. А бывает, что похоже, мы хотим одно и то же. Чтобы всем желанием сбыться, надо нам договориться. Да мы такие разные, пусть мы такие разные, об этом нам не стоит горевать. Ведь скоро взрослые и дети, ну скажем проще, все на свете научатся друг друга понимать. А я хочу читать с крошиком и ежиком.
А ежик, кажется, хочет спать. Как думаешь, крошек, какую книжку нужно почитать ежику, чтобы он побыстрее выспался и смог поиграть в мячик? Наверное, про животных. Вот и договорились. Да мы такие разные, пусть мы такие разные, об этом нам не стоит забывать. Вот почему на белом свете должны и взрослые, и дети друг друга научиться понимать. Вот почему на белом свете должны взрослые, и дети друг друга научиться понимать. Хорошая игра. Ребята! Ребята! Здравствуй, крошек! Здравствуйте! А где все? Я придумал новую игру! А, вот вы где! Ребята, давайте играть в детский сад! Так. Это очень хорошая игра! Только нужно играть всем вместе! А я не знаю такой игры! Я тоже! Лучше поиграем с моим мячиком! Лучше поиграем в занятия! Или в стройку! Мячик веселее! Может, лучше в кафе? Или в стройку, да, крошек? Ой! Может, в детский сад убежал? Ладно, крошек, рассказывай, как в твой детский сад играть? Сначала его надо построить. Поможете мне? Да! Это столовая. Это группа. Здесь мы будем заниматься. Заниматься? Вот здорово! Садитесь, малыши. А теперь что? А теперь на площадку. Раз. Идите мыть руки, пожалуйста. А теперь в детском саду тихий час. А потом можно вместе порисовать. Потанцевать. Хорошая игра, детский сад. Такая разная. Игра хорошая. И воспитатели из наших малышей тоже получились прекрасные. Детский сад. Малыши, вы куда собираетесь? Детский сад! Как я рад, что отправлюсь в детский сад. Дети, чтоб постарше в школе. Ну, а я бездельник, что ли? Папа с мамой на работе. На работе дяди, тети. Ну, а тот, кто не усат, тем дорога в детский сад. Малыши, а вы знаете, что будете делать в детском саду? Завтракать. Гулять. Заниматься. А потом полничать и снова играть и гулять. Крошек, а ты почему с усами? Потому что я воспитатель, дядя Крошек. Там нас ждет веселый воспитатель. Там нас ждут забавные друзья. И игрушек новый вечный испытатель. Это кто? Конечно, я! Как я рад! Как я рад, что отправлюсь в детский сад. Дети, чтоб постарше в школе. Ну, а я бездельник, что ли? Папа с мамой на работе. На работе дяди, тети. Ну, а тот, кто не усат,